Так, друзья, вот старт. Сейчас УАЗик и Discovery. Такое немного сложное место в повороте. Раскопали уже еще вчера. Из-за этого предыдущий экипаж не смог показать результат. Но боролись красиво. Да, двигатель патруля там какого-то. Так его же не было, откуда он? Когда он приехал? Ну я вчера его тоже был видел. Был он. Я советую утекать, до Discovery будет идти по этому боку. Так, Discovery хочет под край. Не просто. Ну молодцы. Так, это Андрюха. Погоди, сейчас УАЗик. Discovery поехал. Андрюха, это ты? Привет. А где ты был? Сегодня приехал? Ну, точки не брали вы? Брали. Мы сегодня поломали кронштейн фонары. Так что только до 2 часов были. Ага. Сейчас я тебе зеркало поправлю. Мало ли вдруг, чтобы сзади никто не подрезал. Едет, это мне нужно пройти. Да подожди, тут хорошо все видно. Иди, я сниму, как ты идешь. Да иди, ты будешь идти нормально на скорости. Ходом попробуй. Подожди, он ходом пройдет сейчас, смотри. Газани, чтобы скорость ему добавить. Блин, ушел с трассы сразу. А что у тебя такая краска? Я что-то не обращал внимания. А, это покрасили тебе? Ни хрена себе, я думаю, у меня со зрением, думал, проблемы реальные. А тут... Так сняли скину? В главной роли, нет? Ну, УАЗик, да. Нормально. Меня не взяли. Не взяли тебя, да? Что, говорят, шлем не того цвета, да, Илиш? Маленький. Так, ну, Land Rover пошел. Тяжело, медленно, но... Но идет. Сейчас Андрюха ждет, чтобы стартануть, пройти. Надо, чтобы освободили траекторию. Да, Discovery. Тяжело. Пошел. Да, медленно. Штурман на финише уже цепляет. Ну, долго все. Девять осталось или прошло? Так, у вас 9 минут. Ну, еще времени вагон. Там какие-то новые технологии идут. За руль цепляют. Не, просто удлинитель достали. Поехал. Не, чтобы цепляли быстрее, то результат был бы, наверное. Лебедка тянет. Каких-то надо сейчас витаминов им после финиша принять будет за столом там. Да, раньше надо было принять, поздно. Да. Тяжеловато. Так, ну. Да я отошел. Так, пошел у вас. Тут машина серьезная очень, пилот очень жесткий, протестированный на танковой не один раз.
Как раз все рассчитали, да? Но они все равно вместе, пока тот не выйдет. Да, вот вам патрулевский мотор, военные мосты. Едет, конечно, нереально просто. Вот такая колея. До дикой глубины у вас прошел. Круто, за счет вояк. Времени уже впритык. Дискавери вес бешеный. Лебедку посерьезнее бы. Тут нагребли. Не, ты обороты сбросил, прошел бы дальше. Да? А я тебе говорил, стой, жди. Так а что жди, что ждать? Ну так а так, что русло? Сейчас тонем просто. Сейчас просто тонем. Сейчас поучаствовали, а так бы ждали и финиш, и все. Так, тут какой-то топовый блогер. Это инстаграмный какой-то блогер, да? Или тиктоковский? Вы с ТикТока или с Инстаграма, мужчина? Еще раз, совсем чуть-чуть. Права. А? Глянь, он подсказывает. Это не штатный штурман, это не блогер. Еще раз. А у тебя ПО сейчас? Задний блок. Ты джинсы испачкал, ты видел? Я их обосрал. Сегодня? Я испугался. А. Уйди оттуда, тебе говорят. Я не могу. Тебя сейчас оштрафуют на 800 гривен, блин. Давай, 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 отползай, отползай. Отползай, красавчик, блин. Хоть что-то снять такое интересное. Да какой? Война блогер. Война почти. Да не, это жесткий парень. Нет, ты, я не трогаю. У него Нива. Две. Две, а, две Нивы, да, да. Все. Размотали. Все, давай, до свидания. Просто вообще окончил. Размотал, размотался. Стой, стой, стой. Отойди, ты под угрозой штрафа сейчас. И расстрела потом сразу после штрафа. Давай назад. Да. Как ты себя чувствуешь, Веталь? Я отлично. Руслан, ты помнишь, в каком мы городе? Конечно, мы в Прилуках. Руслан, я тебе говорил, что у меня есть контент, который я готов поменять на твой паштет. Ну хорошо. Ну качественный контент. Ёпта, ты ж не досмотрел. У меня закончился этот самый. Ну, у меня было 2%, и не кончилось. А там есть Бобик, там есть перевороты, Газика. Там есть все. Как Газик доставали. Там пацаны, этот самый, из Львова, львовские... Тачки. Да, львовские тачки, как они брали точку вот этого в расщелине, в которую вы пошли потом. У меня там это все есть. Ну хорошо. Руслан, а сколько у тебя есть паштета? 804 банки осталось. 804 банки. Ну ты же не готов их отдать все для меня? Да? Не, ты что, 4 отдам. 4? Не, ни хуй мало. Не, ну давай так, ты посмотришь, что у меня есть, и потом мы с тобой... Ты ему вышли, он посмотрит. Ты вышли? Посмотри. Я его вычислил. Роман, ты, конечно. Если мне не понравится, я удалю и все, да. А, конечно, да, я тебя знаю. Отформатирую жесткий диск. Так. Ножкин кот, пошли за Нивой. Пройдем в следующий. Время закончилось, эвакуация. Тяжелая очень машина. Лебедка должна быть очень четкая для такого спецучастка. Нет, тут не просто будет ее достать, так быстро не получится. Так, Андрюха на УАЗе. Сейчас попробует влево уйти. Понижайку включи. Пошел топовый блогер. Его надо держать в кадре.
Он уже две недели ждет подключения. Пошел, пошел, пошел. Хорошо идут. Да, колея тут знатная. Сейчас он в нее упадет. Да, это сильно. Переходи на ту сторону. Стой, стой, Андрюха сбрасывает. Нужно назад и руль вправо, по-моему, немножко. Да не, сбрасывает его, там косогор. Ну его сбрасывает, потому что он руль влево немножко. Я перебегаю. Давай, а ну сделай контент сегодня, сегодняшнего дня. Можешь нас... А ты мне паштет даешь? Да, можешь ходом пройти. Сколько паштет? Да давай ходом пройди. Смотря, насколько красиво ты пройдешь. Трили, Лена! Дай мне свет. Свет мне дай, чтобы я тебя снял. Дай мне свет. Мужики, сколько я сегодня раз перебегал эту дорогу? Кто видел? Да никто не видел, давай. Видели все. Да нет, давай. Ходом только пройди, красиво. Красиво, как ты можешь, с выражением твоего лица. Нет, что тут раскопали? Что такое? Включил заднюю или что? Да нет, что-то раскопали, кстати. Да давай. Что там раскопали? Что там раскопали? Перепрыгивай. Мужики, Мотик! Мотик, ты ж меня достанешь, да? Ходом давай. А, Ваня. О, Ваня достанет. Давай, Ваня достанет, он не вовод. Красавчик. Я ушел уже. Да. Лево руль. Да, пошли нормально. Бетон. Давай, не неси сюда пешком его, термос. А он пустой? Не, пустой не надо. Давай второй дубль, я не снял. Предупреждать же надо, ты так шел. Я нормально шел. Так а что ты не сказал, что ты идешь? Что? А ты шапку не хочешь мне давать, Степа? Я не включил же. Что не включил? Камеру, давай перезаезд шапку делай. Шапку не включил, как обычно. Давай перезаезд. Не разбил голову об бампер? Попытка эвакуировать, подъехали еще машины там. Двумя лебедками тащат. Пошла машинка. В общем, вот такой у нас второй ночной спец... второй день ночного спецучастка. Неплохо, интересно.
разные по подготовке. Внедорожники уже достают, вроде как выходит, да. Не работает мотор. И разная подготовка и внедорожников, и самих участников. Почти уже достали. Ну все, Land Rover наверху. Всех достали, все нормально. На сегодня никого нет, видите, я один остался. И луна там где-то вверху. На сегодня Рубилово завершено. Завтра круговая. Всем спасибо, подписывайтесь. Я пойду куда-то поближе к еде. Так, хороший был день, длинный. Рубилово на любой вкус. До встречи, друзья. Полнолуние, красота просто.